Выражаем огромную благодарность творческому пространству «Фартук». И лично Маше Солодовниковой. За гостеприимство, а также эту замечательную студию, где мы готовим и снимаем нашу рубрику «Лайфхак на завтрак». Друзья, всем привет! С вами снова рубрика «Лайфхак на завтрак». Максим Пологнюк и Наталья Бузина будут учить вас правильно и вкусно завтракать. И я правильно, если понимаю, то сегодня мы научим наших телезрителей добавлять как можно больше зелени в свой рацион, но при этом, чтобы они этой зеленью не объедались. Ну, объесться зеленью очень сложно, но большая проблема стоит о том, как правильное количество зелени включить в свой рацион. Вот сегодня мы покажем, откроем секреты. Итак, это будет яичница со шпинатом. На завтрак неплохо было бы съесть хотя бы 50 граммов какой-то зелени. Это может быть айсберг, это может быть шпинат, это может быть и брокколи. Вот вопрос только, когда глаза видят это количество, они боятся. То есть вот эта куча шпината. Ты столько съешь? Не знаю, в салате может быть и больше ничего не захочу, кроме него. Нет, тебе так кажется. Здесь обман зрения. Мы используем с тобой топленое масло, но можно использовать и растительное. Это сливочное? Сливочное, топленое. О, как вкусно. Вместо подсолнечного. Ну, здесь можно, да. Температура горения у топленого сливочного масла намного выше, чем у растительного, поэтому на нем предпочтительнее. Мы берем с тобой чесночок. И дно сковородочки для аромата. Смазываем чесночком. Как долго шпинат должен жариться? Нужно ли его помешивать? Да, поэтому это я доверю тебе. Сколько нам ждать? Где-то 2-3 минуты для того, чтобы он опал. Я тебя попрошу разбить пока 2 яйца. Вот сюда? Да. Так, попробуем. Угу. Обрати внимание, насколько у нас меньше стало по объему шпината. Раз, уже два. Вот теперь можно его съесть весь. Я заливаю сливками. Может, выливаю? В серединку. Поперчить, посолить, не переборщить. Я люблю поострее. Так, и накрыть крышечкой. Вот на этом этапе мы выключаем с тобой плиту, и у нас яйца дойдут за счет температуры, которая передаст им сливки и шпинат. До состояния эль данте такого идеального? Такого, чтобы, да, у нас белок схватился, а желток остался таким жиденьким. Завтрак – это тот прием пищи, который дает нам заряд на день. Поэтому помимо того, что мы там добавляем туда зелень, клетчатку, белки, жиры, нам нужна с тобой легкая энергия. Добавим с тобой курицу и добавим с тобой сыр. Курица просто вареная, правильно? Да, можно взять отварную курицу. Вот оно, наше блюдо. Как тебе? Очень интересно выглядит. Благодаря сливкам. С виду даже и не скажешь, что это из яичницы. Что-то такое прям грандиозное получилось у нас. Кусок курицы. Со шпинатом. Со шпинатом и макнуть в желток. И макнуть в желток. А если я сверху так сварю? Да, как раз. Так. Боже, как это вкусно, вы не представляете. 5 минут просто и такой завтрак чудесный. Это
тот завтрак, который подарит тебе энергию на весь день. Легкую энергию. Ну что ж, мы сейчас с удовольствием с Натальей все это доедим. Друзья, если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на меня, на Наталью, на студию «Фартук». Приятного всем аппетита, следите за нами, скоро будут еще новые выпуски и потрясающе вкусные блюда. Всем пока!